вся страна, весь мир. Надеялись на Россию, получилось так, что мы популярны во всем мире, но мы рады. Мы хотим сказать то, что наших поклонников мы очень любим, и если бы не было поклонников, просто бы не было нас. Что касается Шпова, ты, наверное, единственный человек, благодаря которому мы на первых местах. Мы считаем его очень талантливым человеком, очень талантливым продюсером, режиссером. Он вложил в нас все то, что как бы он мог, и еще не все. То есть в нем столько разных идей, у него столько мыслей. Нам нравится выступать больше всего в Москве. Ну, как бы честно сказать, нам все равно. Мы любим выступать, и нам все равно, где и как, и в каких условиях. Главное, чтобы были поклонники с добрыми, теплыми лицами. Итак, встречаемся 5 июня в Олимпийском. Дискотека «Авангард».